обычная луковица, как у лилейных, к примеру, растений. Так, а дальше рецепт. Рецепт у меня там записан, и у Татьяны. Я сейчас точно не помню. По-моему, 40 грамм или 28 грамм. Быстрее всего 20. А, она так, 40 корней вот этих сушеных. Залить литром, то есть это пол-литра водки. И настоять там с месяц. Она становится коричневой, такая жидкость. Процедить и употреблять. А употребление идет покапельно. И что меня удивило, покапельный курс какого рода? Первый день. 3 капли сразу утром, то есть перед едой, значит, это 3 капли перед завтраком, в обед, вечером. И таким образом 3 дня. Вот там 3. 3 дня прошло. Потом, а на следующие дни 4 капли, трин-тынь-тынь. Потом 5 капель. С каждым днем повышается. И доводят до, опять же, могу спутать, да, по-моему, до 28. А как называется, я уже нет, я уже забыл. Аконит джунгарский. Аконит. Аконит. Вот. И потом, после этих 28, еще пьют несколько дней. Сейчас тоже не помню, потому что это было давно, но там у Тани записано. По-моему, с неделю по 28 капель еще пьют. Потом резко бросают. И все. А что все? И все, и нету тромбов. И теща таким образом у меня прожила хрен знает сколько. А Лидина мама, та только настойку сделала, она курс, только первый курс прошло. Все, куда что делать. А рассасываются, что? Понимаешь, сгустки эти. То есть разжижает их, что ли, ну, имеет свойство разжижающее, расщепляет. Ну, мне отцу отпилили обе ноги по пахе, он умер. Во. Отцу моему, никому-то. Да. А чем медицина занималась? А медицина, ты понимаешь... Это народные рецепты, народные средства. Медицина зачастую деньги делает. Как будто ты не знаешь. Да на нем никто деньги не делал. Его просто нет. Отпилили и послали. Да нет, деньги делают в том плане, что на лекарствах делают, на вот это, ну вот, Саня, были бы деньги, он бы с ногой был. Ему сейчас хирургию сделали бы, там, вырезали бы, вычистили, там, повыкидали, и все было. А так отпилили и все. Так вот, Лида, то есть мать Лиды, как его, аконита джунгарского. Но предупреждение, даже после заготовки корешков руки тщательно надо помыть. Это яд сильный. Сильный яд. Ну, раз, конечно, раз настойка, да еще капельками. Нет. Конечно. Только это действительно яд хороший. Этим аконитом в древности даже травили некоторых, ну, там, придворные всякие, значит, интриги, так. Травили друг друга. Дмитриевич. Я случайно нажал на кнопку, и вторая половина разговора случайно записалась. Это не надо делать. Удали. Нет, так это же... Для себя оставь, лично для себя. Не надо ни для кого. Потому что для кого все знают. Вот, допустим, мои друзья все знают, я всем рассказывал. О, далеко опять же. Ну, так всем друзьям рассказал, сейчас нам рассказал. Ну, а остальным пусть ноги отпиливают. Ну, эгоист. Получается. Вот смотри, далее. А то меня за какого-нибудь шамана или лекаря там примут. Да никто тебя не за кого-нибудь. Все знают. Тебя, как вот садовода, жена, знает полстраны. Вот, может, она тоже подтвердит и все рассказать. Мало того, у нас сосед по даче, Александр Павлович, Осик такой был, то же самое случилось. Образовались там тромбы, начали ноги болеть, начал он лечиться и тому подобное. Прошел ту же самую историю. Но мы ему тут же начали внушать. Саня, ну, черт возьми, вот у нас даже готовая настойка есть. Возьми, пройди курс. Он, да ну, я надо, да, 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 вот лечусь. Я, да, про Осика рассказываю, помнишь так? Можно мне? Да, 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 можно. И в итоге отпилили также ногу. Когда ногу отпилили, он прибегает, слушай, придется. Ну, попросил. Мы ему отдали настойку эту, потом... Съездили специально с его сыном, я показал эти, как копать корешки. Вот, накопали, дали рецепт, он там сделал себе настойку. И таким образом остановился этот процесс. Ну, правда, умер. Но умер уже спустя энное количество времени, порядком, да, от рака легких. Тише, не смейся. Курил сильно. Не смейся, я снимаю. А, ну зачем? Ну, я говорю, ты эгоист, я все равно размещу в этом. Но я... Да может чью-то ногу одну спасем, вы понимаешь? Я еще после этого несколько случаев знаю. Нет, отрезает, слушай, и умирает. Подожди. Если размещать, надо тогда полную рецептуру дать. Не-не-не, а не, 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 не. Еще раз громко я отключу.
Громко назови, как называется эта трава? Аконит джунгарский. Аконит джунгарский. Да? Все. Кому да. надо, найдет и рецепт, и все найдет. Возьми, открой сейчас это Яндекс. И тебе он покажет, что такое аконит. Не, не надо. Это теперь каждый может. Как он выглядит. Все, так? Благодарю за внимание. У меня все равно сейчас он отключится сам. Все. Ё-моё. Я отца похоронил, поэтому я всем расскажу. Аконит джунгарский, все должны знать. Если эту информацию давать, то надо более сжато. Не надо. Полную рецептуру, какая она есть, которую старуха. Вот кому надо, пусть дают сжато, пусть смотрят статьи. Вот. Ё-моё, все отключаю. Хулиган. А то сейчас поругаемся. Хулиган. Вот. Вот с садоводством мы с тобой ни разу не поругались. Нет. Нет, не было такого случая. Все, еще раз показываю. У нас диспуты были. Это с чего мы начали, про эти самые, про антиопухолевые, антираковые ядрышки, в том, что ты при всех сказал в предыдущем фильме, что ты все это съешь сам. Что не съем, то надкусаю. Все, на этом я заканчиваю. Внимание, друзья, до свидания. Вот. Я твое лицо так и не показал. Показать? Не, не надо. Я показал только твои ноги и волосатую грудь. Вот так вот. Да показать ладно, лицо. Не нужно. Да тебя как садовода полстраны знает. Облупленные, да. Ну, не хочешь, не надо. Есть право на личную жизнь. До свидания, друзья. Это был Чернобаев Леонид Дмитриевич. Волшебник, художник, уникальные картины, он же путешественник по горам, оказывается, еще и специалист по травам, вот, уникальный садовод, один из лучших садов Сибири. И любитель рыболов очень. А это не надо, рыбок жалко, они мучаются, когда, и червей жалко, которых на крючок. А я зато не мучаюсь, когда жареную употребляю. Вот. А я боготворю червей, а ты их на крючок. Все, друзья, до свидания, а то мы сейчас доболтаемся. Да-да.